Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Кристина выходит из биоробота, становится рядом. У меня апатия такая, она еле ноги передвигает, вышла тонкая копия. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Кристины в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И с тонкой копией Кристины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3, пошел подъем. А мы на месте. У меня как маска какая-то, сними с нее. Маску? На лице ты имеешь в виду маска? Ну нет, по всему телу перед ней как... Голограмма? Голограмма, да, наверное. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер, отключи эту голограмму, эту маску. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы и энергии. Отправь эту голограмму в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Кристина, вы меня слышите? Сейчас слышит. Хорошо. Что это за маска у вас такая была? Вы не в курсе? Нет, но она ее раздражала. У нее дрожь летела от нее. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристины под ногами. 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует. Все 7 тонких тел Кристины находит все. Не демон. Инсектоид. Хамелеон. Там не мимикрирует? Нет, он в красном цвете. Он что-то показывает этим. И что ты это показываешь, хамелеон, мне красным цветом? Он показывает, что он дома тоже. Ты дома есть. А там мы много сегодня... красных пятен дома он показывает. А мы сегодня этот дом будем чистить. Итак, кто у нас еще? Демон, инсектоид, хамелеон и голограмма. Сейчас, подожди, есть еще канал. Рептилоид и 2 грея. Так, и голограмма, да? Это их голограмма. И от нее идут как нитки. Они дергали за эту голограмму. Кто дергал? Грей. Грей получает удары каждый по 50 тысяч герц. Удар. Но не получили. Хорошо, Грей, я сегодня одену на вас эту голограмму вместе с рептилоидом и буду экспериментировать, перепрограммировав эту голограмму на ток энергии. Я сегодня узнаю, сколько процентов энергии вы у нее украли. Если еще что-то украли, биоматериал, частички души или биоматериал, я все узнаю и украду украли, у вас. Украли, энергию украли. Вот и посмотрим, сколько процентов энергии вы украли, сколько украли. Пошла информация. 23%. Хорошо, больше никого нет, Вера? Нет. Считай цифру у демона над головой. 12. Сколько находился в биополе демон? 4 года. Инсектоид, сколько ты находился в биополе? 3 года. Есть инкубатор? Строится. Хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Рептилоид с Грэми, сколько стоит ваша конструкция, сколько вы находились в биополе? Конструкция стоит 7 месяцев. 1,5 года они находились. Кто этот рептилоид? Он военный или он является лаборантом? Лаборант. Понятно. Хорошо. Еще один вопрос. Кто тормозил ее? Кто делал ее ленивее и медленнее? Голограмма. Грей, с рептилоидом, серьезно, вы перешли все границы. Это уже массивнейшее воздействие на человеческую душу. Вы мешали развитию души. Вы не просто ее энергии воровали, вы мешали развитию души. Это совсем уже другой параграф, Грей, с рептилоидом. У меня для вас подарок сегодня будет. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Чтобы вы поняли, что я серьезно настроен к вам. Они переговорились между собой, вышли из тарелки и готовы тебе отдать ее. Мне ваша тарелка не нужна. Уходит живая плазма в меня. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. Подожди, они готовы кооперировать. Они по-любому будут кооперировать. Я просто буду устанавливать сегодня степень тяжести их вины. Поехали. Я даю команду тонкой копии Кристины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Дополнительно выстраиваю прямой канал от Кристины к голограмме. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Кристине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. И посмотри, что от голограммы идет. Лень, апатия идет. Лень и апатия. Ко всему. Апатия ко всему.
квартире только хамелеон находится из присутствующих? В квартире демон, на улице демон. Демон, еще кто? Рептилоид, Грей. Кроме кто это все, да? Да. Это понятно. Демон там есть еще? Черт или бес? В доме есть черт. Это он кошку мучил? Куда я знаю? Я на улице. Хорошо. А что вас на улицу всегда тянет, а бесы всегда в квартире? Я не понимаю. Чем так на улице нравится? Там сейчас холодно. Неужели там больше негатива, чем внутри дома? Демон. Он говорит, что ты достал. Что? Из ее биополя демона. Всегда есть место, где погреться. Кончился реверс. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Кристина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Кристина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает всю свою себе обратно. Демон, я сегодня буду чистить и участок земельный, и дом. Ты мне покажешь все порталы на земельном участке. И перед тем, как я тебя отпущу, я соберу весь негатив на этом земельном участке. Тебя устраивает такой вариант? Устраивает, понял он уже. А у меня еще что-то есть. У меня еще есть эмоциональный фантом. Есть ли у тебя интерес к нему? Есть интерес к нему. Значит, тогда расскажешь мне чуть больше о слабых местах Кристины, когда я буду перечислять все эти энергии. Ты мне просто скажешь, какая из них основная, из чего все вытекает. Меня это устроит. Причем окончание реверса. Но она же рассказывает. Когда я буду перечислять эти все частоты, тогда ты мне и скажешь. Понял. Хорошо. Реверс закончился. Хорошо, реверс закончился. Начинаем с рептилоида и Грея. В Грея выходите, отключайте. Что у вас там осталось еще? Посмотрите, что-то есть. Да, они ее отключают. Головы за ушами, из головы какие-то достают чипы, отключки от голограммы. Хорошо, сканер я прошу. Ладошек. Сканер я прошу просканировать эти подключки, которые они вытаскивают, и в следующий раз выводить их вместе с голограммами. Теперь он их Готово. Знает. Отлично, хорошо. Сняли все. Переходим к хамелеону. Где ты был? В сердечной чакре? Да. Давай, выходи, вытаскивай свое гнездо. Все свои энергии, ничего не забывай. Как ты, она ощущала твое воздействие на себе? Хаотичность, крик, перемена настроения. О, так это любимые частоты демона. Как вы здесь все едины? Он их как какой-то, как сказать, ручкой такой крутит, и они все сматываются у него. Хорошо, крути рукой быстрее. Готово. Если кто это, выходи, отключай свой инкубатор, то, что ты там строишь, крепление, снимаешь жидкость, все, что у тебя там есть, вытаскивай. Возвращайся, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Инсектоид расширяет область живота, желудка. Круг у него стоит, пока пустой. Ну, понятно. Со временем бы человек поправился килограмм на 15. Снял. Хорошо, демон, скажи мне, есть лярва в биополе Кристины? На шее, горло. Она тебя интересует? Интересует. Хорошо, выходи, снимай сначала все, что ты оставил в ее тонких телах. Отключайся полностью, на месте доложи то, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он не понял, что делать, лярву снимать? Нет, сначала снимай все, что ты установил, потом я дам тебе команду. Крепления свои снимай, качели снимай, веревки снимай. Стельки, он это называет. У него, значит, стельки, хорошо. Как они действовали, утяжеляли или раздражали? Раздражали. Понятно. Раздражительные ее делали, неудовлетворенные во всем. И тут хамелеон еще со своими внушениями. Все не нравится, начиная с тебя. Понятно. Хорошо. Рук тоже снимает с ладошек. Такие же, как стельки. Крытие. Готово. Хорошо, демон, разрешаю тебе снять все лярвы, которые находятся в ее биополе. Снимай и возвращайся назад. Приступай. Снял с горла. Хорошо. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию Кристины. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. С нее как раздражение уходит. Вот этой рассинхронизации. Ее все раздражали. Она почувствует быстрое изменение. Через пару дней, может, даже и раньше. Они все как к нервным окончаниям у нее подключены были. Закончилась рассинхронизация. Включая внутренний белосвет Кристине, этим светом она выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет, энергии выходят, формируются в шар перед Кристиной. Есть шар.
Открывая под ним портал, галактическая дрожь шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к Кристине и помогаю моей энергии сделать импульс высокоэбрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3 удар. Отлетают все каналы. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. У нас сессию забрали, каналы мы отключили. Выходит эмоциональный фантом Кристины. Вот сейчас, демон, ты слушай внимательно, я буду перечислять эти частоты, и ты мне скажешь, что там присутствует. Итак, выходит эмоциональный фантом Кристины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Нервозность, отчаяние, агрессия. Все понятно. Хорошо. Вышел фантом? Да. Кристина, эти энергии вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Готова расстаться. Демон показывает, как он предлагал ей решить все эти проблемы с помощью алкоголя. Ах, это твоя идея была, значит, с алкоголем, да? Ну, конечно. Хорошая идея. Ну, для тебя она, конечно, хорошая. Ну, как она, устояла или нет? Борется. Хорошо. Итак, сворачивайте энергии в шар. Забираешь демона? Да. Отправляю демона. Готово. Хорошо. Итак, у нас демон, хамелеон, рептилоид с Греями находится в квартире. Сейчас я вам открою два портала. В один уйдут космические, во второй уйдет демон в эту квартиру, в этот дом. Соберут сейчас все, что они там оставили. Дожидается меня. Я прихожу, проверяю и отпускаю каждого на его чистоту. Все понятно? Да. Хорошо. Открывается два портала в дом Кристины. 1, 2, 3. В один портал уходит демон. И во второй портал уходит хамелеон и рептилоид с двумя Греями. Все, что они принесли, остается в клетке. Готово. Отлично. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала. Есть. Инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Что у нас в клетке? Посмотри, пожалуйста. Голограмма осталась, что еще? Все. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Кристина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Без паразитов? Спокойно и уверенно. Замечательно. Наш администратор перешлет вам после сеанса рекомендации, текст манифеста и видео, на которое стоит обратить внимание по закачке энергии и подъему вибраций. Сбрасывайте, не собирайте себе негатив каждый вечер в этот шар, как мы его выдавливали у вас. Открывайте воронку в галактическое ядро, скидывайте его, представляете, визуализируйте это все и закрывайте обязательно галактическое ядро. Все. И вы будете всегда заполнены энергиями, и у вас не будет негатива. То есть никто не сможет к вам подойти. А если будут такие ситуации, контролируйте себя и попытайтесь в следующий раз показать другую реакцию, более спокойную, или вообще не среагировать. Если вы не реагируете, нет и проблемы. Я вижу свои энергии, мне очень нравятся они, они как пружинки отталкиваются. Они вам жизнь? Отталкивают негатив. Защищая мои реакции и мое спокойствие. Отлично, абсолютно верно, так и есть. Хорошо, Кристина, мы сейчас возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристины в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью дома. 1, 2, 3. Да, здесь. Хорошо. Установили пуфик. Клетка установилась. Зал, кухня в этом месте. Хорошо. Кто у нас там? Рептилоид. Два Грея. Арахноид. Да. Лизард. То хамелеон. Хамелеон. Есть. Джин, черт, две воронки. Какой черт? 5, нет, 6. И он джин. Сам грудь бьет, говорит 6. Ага, черт, джин и две воронки.
Считаю джина над головой цифры. 3080. 3080. У нас синий джин, да? Да, грустно. Ну, есть повод, наверное, раз не весело. Грустно хорошо. Ему стало, когда он увидел, что рептилоиды все снимают. Хорошо, теперь он понимает причину этой грусти, да? Угу. Хорошо. Мы можем только лучше из этой ситуации сделать. Ты кооперируешь, делаешь все, что мы говорим, мы тебя отпускаем на твою чистоту в первый раз. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо, начинаем тогда с хамелеона. Хамелеон, ты все собрал? Он или... показывает на красные места в ее доме. Красные диваны, красный коврик в туалете, красные лампочки, красная стенка. Это он раскрасился в красный кухне. Цвет? Нет, он показывает, что он оставил свою жидкость на этом диване, который стоит, ну вот в месте, где вот эта клетка. Понятно, хорошо. Он собрался. Это, как сказать, она делала ярким свою жизнь, подъярчала, как хамелеон, он ей бросал вот эти всплески энергии. Не энергии, а идей подкрасить. Понятно, хорошо. С твоими идеями. Ты все собрал, эти энергии ну, ты вот собрал? Ну, вот это он кислоту свою собрал, да. Больше ничего не осталось? Он говорит, что я разбавлял гармонию. Нет, ничего не осталось, он все собрал. Хорошо, хамелеон, ты больше в этот дом и к ней не придешь никогда. Тебе это понятно? Понятно. Ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. 1, 2, 3. Хамелеон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Бедный тот кот. Хорошо, две воронки, под ними открывается портал в галактическое ядро, и воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи, собирай всю свою пыль, все, что ты раскидал. Арахноид, паутина. Паутина. Значит, паутину. У него много паутины. Начиная с чердака и вниз. Есть потомство. Собирай всех. Собирай все. Ничего не забывай. Возвращайся, докладывай о готовности. У него потомство он вынес. Готов. Паутину собрал? Да. Хорошо. Готов уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Гараж он показал, оттуда тоже снял. А он в гараже еще шкафы, был. Ну, да. Это любимые их места, конечно. Хорошо. Ушел? Да. Рептилоид с Греями. Вы все собрали? Все платы сняли. Хорошо. Первый раз я предупреждаю, второй раз я наказываю. Поэтому больше... Спальни показывают. Вы больше никогда не подойдете к этому человеку и к его дому. Все понятно? Да. Готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоидов, один на чистоте Греев. Грей уходит в свой портал, забирает все, что принесли. Рептилоид уходит в свой портал, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Джин, собирай всю свою пыль, которую ты оставил в этом доме. Приступай. Все свои подключки, ничего не забывай. Потому что если я что-то найду, я тебя притяну. Тогда мы опять уже встретимся, но не друзьями. У него такие конусообразные какие-то, как накидки, воронки в нескольких местах. Сколько ты в этом доме находился, Джин? 9 месяцев. 9 месяцев. А с какой вещью ты попал к ней? Он показывает место. Это второй этаж, что ли? Там кстати, портал. Тоже красный диван. Нет, там компьютер стоит. Да, там он был. Ну да? Вот туда он зарывается, там бумажное что-то с этим он пришел, канцелярское. Понял, с бумагами. Хорошо, собирай все, что ты принес. Все собрал. Хорошо, Джин. Я думаю, ты понял, больше приходить не надо к этому человеку и в его дом. Все понял. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Так подожди, у нас демон притянулся и в доме, да? А не на улице? Нет, у нас демона. У нас черт. Понятно, значит, демон на улице. Хорошо. Черт, тут поступила на тебя жалоба от котика Чилиса, что ты не даешь ему жить полнокровной кошачьей жизнью. Я пришел разобраться, в чем дело. Мне он тоже жаловался. Ну и чувствует он и арахноида, и джина. Он чувствовал всех. Хорошо. Есть твои энергии на нем? Носки одевал? Не одевал специально, но есть ветки майи, он там проходил. Хорошо. Даю команду на 3. Появляется перед тобой, Вера, тонкая копия кота Чилиса. 1, 2, 3. Котик стоит перед нами.
Но он весь в паутине, и на носу у него намотано что-то красное. Черт, ты это называешь, никакого воздействия не было? Чилис, мы пришли тебе помочь. Не беспокойся. Мы сейчас все это уберем, включая внутренний белый свет к эту чилису 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом выдавливаю из него все негативные патогены, низкая вибрационная энергия, все сети выходят, все комочки выходят, все чужеродное выходит и формируется перед ним шар. Да, будет так, а так и есть. Пошел поток. Это, кстати, не черта красная, это арахноид. Хамелеона. Хамелеона, понятно, хорошо. От хозяйки он подцепил это. Носом он терся от нее. И подцепил, а она села на тот диван или прошла рядом с этими. Ну, хамелеон. Он в ней сидел, хамелеон. Да, конечно. Находился. Шар готов. Большой? Для кота, как мяч, большой. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Этот шар уходит на переработку. Чистую первичную энергию закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду на счет 3. Макушку головы кота Чилиса начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Он наполняется и продолжает чихать. Там энергии очень много разных и негативных в доме. Мы сейчас все соберем. Негармоничных. Негармоничных. Хорошо, соберем и их. А котик в балансе хочет жить. Хорошо. Котик, я тебе помогу жить в балансе. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Как ты себя сейчас чувствуешь, Чилис? Он хорошо чувствует, он показывает, что он задыхается в этой атмосфере. От этих энергий, которые в квартире, да? Да, да. Хорошо, Чилис, я все это уберу сегодня, тебе этого больше не будет. И поставлю защиту, все порталы я закрою. Так он что? Волнуется, ему не дает это жить спокойно. Я понял. Мы сегодня этот вопрос решим, не беспокойся. Для освоения энергии вибрации возвращаю тонкую копию кота Чилиса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит синхронизация и гармонизация наилучшим образом. Пошел процесс. Готово. Хорошо, черт. Давай, выходи, собирай все свои комочки, одеялки. Все, что ты раскидал, сеточки по всему дому, ничего не забывай. Приступай. Ладно, ладно, соберу. Под лестницей у него. Любимое место, туда все стекает. А склад у него. А, склад у него там даже. Хорошо. Одеялки есть в спальнях, сеточки разные. Там полная программа, если он один был в квартире. Человек по лестнице спускается, проходит через сетку черта. Кот, да? Человек. А, человек, конечно, и сразу понижается вибрация, раздражение появляется, все появляется. Вот так оно все действует. Собирай все. Они не высоковибрационные, эти сетки. На них низкие вибрации, но человеку хватает, чтобы он с утра раздражаться начал. Конечно. А дальше по намотанной траектории. Хорошо. Давай, черт, я тебе предлагаю следующий вариант. Ты мне сейчас покажешь все порталы в этом доме, я их закрою. После этого я соберу весь негатив, который в этом доме присутствует, отделю от космических энергий и отдам тебе его в дорогу. Потому что ты больше сюда никогда не придешь. Тебе это понятно? Тебя устраивает? Устраивает. Ну, тогда пошли по дому, показывай мне порталы, будем их закрывать. Приступай. Он показывает за унитазом и стену. Внизу под этой стеной, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все на переработку уходит, чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Пошли дальше. Зеркало. Где? В коридоре. Под этим зеркалом внизу, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая, печатая, растворяй. Идем дальше. Это не зеркало, это какая-то панель была справа. Хорошо, панель. Значит, панель. Ушла она или нет? Портал ушел, да. Хорошо, идем дальше. Окно в детской комнате. Под этим окном внизу, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается этот портал, фантом портал и все частицы. Все ушло на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, дальше. Спальня, в спальне потолок. Внизу, в спальне, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Негатив идет от людей, которые находятся в этой спальне и поднимается наверх, осаживается и открывается порталом. Эта информация пришла, да? Да. Хорошо.
Дальше кухня, стена. Под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал туда, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Идем дальше. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет 3. Вибрационная, эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Готовы шары. Большие? Большие. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, черт забираешь? Да, забирает. Отправляю черту. Кряхтит, он съелся. Хорошо, поплатит. Готов уходить? Все съел. Хорошо, крепит, готов? Да, готов. Хорошо, больше не приходи, найди себе новое место обитания. Все понятно? Да. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, забирает все, что принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Он сказал, что надолго ему хватит этого. Хорошо. Так, клетка у нас пустая, открывая под ней воронку в галактическое ядро. И клетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово.